Не в то время. Нет, нет. На занятия Егор всех зови, девочек. Где? Так, На занятия. Заходи, место заходи. Ну как тебе? А тебе не в келье? Что ли, с самого начала мы начали, да, или как? Ну, вот это то, что сейчас, да. По какой теме спрашивать будете сейчас? Так, сядьте нормально, чтобы вас было. Так, хорошо, сядьте лицом сюда, туда, на ту сторону, сядьте все. Лицом сюда. Девочки, мы все еще где-то остановились. Пошли. Егор, тебе вот легче обойти, что ты влазишь под столом. Все, я утону. Нет, нет. Я сижу с ней, Ну, тихо, Тарасич, давай быстрее. Коля, Коля, голову поднял. Разваливаться не надо. Вообще так, сегодня занятие у нас необыкновенное. Начинается сегодня загадки, пословицы и викторина. И потом прочитаем рассказ, очень хороший, полезный для нашей души. Все, где остальные девочки? Не придут. Они на меня... занятия пошли. Это двое. Фрося с ними пошла, и это... Леонида тоже сказал, что с ними. Я не знаю, по какой причине. Они вон там около умывальника. А их никто не отпускал. Вернут Леониду и Фросу. Разрешается только двоим. Они умывают ноги. Иди быстренько посиди сюда. Итак, начинаем. Продолжаем. Сестра зовет брата. Сестра зовет брата на дискотеку, а в ответ слышит: никогда не приглашай меня, ведь танцы стоили Иоанну Крестителю головы. Так, объясни, где это написано и почему он такой дал ответ? Пожалуйста, Егор. Это написано в книге «Бытия». Так, не бытия, это в Евангелии написано, что произошло, какое событие произошло. Ну-ка, Марина, пожалуйста. Когда царь Ирод устроил себе представление, он призвал свою жену и дочь Ироиду. И они устроили, там было большое пишество, они устроили танцы. И своим танцем, значит, она очень понравилась царю Ироду. И Ирод сказал, значит, что хочешь, проси у меня, я тебе все дам. Она подошла к своей матери и попросила, и спросила, что тебе надо. Мать сказала, что мне надо главу Иоанна Крестителя. Она подошла к Ироду и сказала, мне на чаше принесите главу Иоанна Крестителя. Ирод очень огорчился, потому что он боялся, он считал его за пророка. Но так как он говорил в присутствии, так как он говорил в присутствии своих многих друзей и вельмож, значит, он исполнил слово свое и обезглавили Иоанна Крестителя и принесли на блюде. Хорошо. И вот этот мальчик, это дети говорят, рассказывают между собой, и один мальчик 9-летний вот это знал уже об этом событии, да. Девочки сказали, что все нормально, по 2 человека в каждый дом. Ну, они сказали, что не придут. По одному, да. Хорошо. Не придут по одному. Так, дети, сейчас отгадываем загадки. Живет в лесу малыш. Изящный, пусть ростом мал, да работящий. Весь день без устали снует, то пруд, то бревнышко несет. Кто это? Так, пожалуйста. Муравьи. Молодец.
пасса, верный друг, то не трактор, кто же? Плуги. Так, хорошо, мальчик безучастный, внимательно слушай меня. Всего две буквы знает, а в лесу их повторяет. Две буквы знает, да, Коленька? Кукушка. Кукушка, молодец. В каждом доме нужный гость ходит в шляпке. Это? Так, Тарасе. Гвоздь. Гвоздь. Молодец. Пушистый белый, а не зайчик, это просто? Илюша? Одуванчик. Одуванчик, молодец. День и ночь по кругу ходит, цифры нужные находит. Так, пожалуйста, Маша. Нет. Так, Коля. Часы. Часы, стрелки у часов ходят и нужные цифры находят. Так, хорошо. Кто развесил над землей, как для сушки, шар цветной? Пожалуйста. Радуга. Бог, что повесил? Радугу. Радугу. Молодцы, хорошо, дети. Я вижу руки. Ходите, значит, знаете, да? Конечно, знаю. Одела полсвета, а сама не одета. И... Так, Машенька? Иголка. Иголка, правильно. Только встал на ножки, собирает крошки. Кто же вот на улице, вспомните, кто же крошки собирает? Ну, пожалуйста. Птицы. Птицы какая? Воробей. Воробей. Воробей, да. Ну, так конкретнее, воробей, хорошо. Тонкое сверло сквозь стекло прошло. Тонкое сверло. Игор. Луч света. Луч света. Правильно. Солнышко, молодец. Без туч, без грома, молния дома. Без туч, без грома, молния дома. Что это такое, а? Ну-ка. Лампа? Нет. Электричество. Розетка. Спичка. Спички. Спички. Молодец. Когда чиркнул, она молния. Молния же мгновенно, да? Раз, а здесь спичку чиркнул, свет зажегся, и она же мгновенно все это. Правильно, молодец. Ходит у порога, вся ее дорога. Так, пожалуйста. Дверь. Дверь, правильно. Ну-ка, кто еще знает, поднимите руки. Кто знал, что это дверь? Ай. Так, хорошо. Маленького роста. Я тонкая и острая. Носом пути себе. Носом путь себе ищу, за собою хвост тащу. Отвори, да? Иголка и никто. Так, молодец. Еще. Все я знаю, всех учу, но сама всегда молчу. Чтоб со мною подружиться, надо грамоте учиться. Книга. Книга. Молодец. Тараси тоже знал, да? Хорошо. И последнее. Из железа тучка, а у тучки ручка. Внимательно слушайте. Эта тучка по порядку обошла за грядкой грядку. Из железа тучка. Внимательно слушайте. А вот тучки ручка. Эта тучка по порядку обошла за грядкой грядку. Чапка. Так, нет. Пожалуйста. Чапка. Нет. Нет. Ну ты чё? Нет. Ну-ка, ну-ка. Илью не спрашивали. Илью не спрашивали. Илья. Грабли? Нет. Вы чё? Игорь? Нет. Пожалуйста. Лейка. Лейка, а, конечно. Да, пучка, да, да, пучка. Ручка. И железо. Ну, ну, пучка. Ну, хорошо. Ну, а пословицы и поговорки в следующий раз. Сейчас мы викторину проведем. Ура! По Священному Писанию. Слушаем внимательно, дети говорят. Так, вопросы такие будут. Вы чтоб четко, ясно слушайте внимательно и отвечали. Ну-ка проверим, как вы Слово Божие знаете, читали ли. В виде какого животного сатана искушал Еву? Так, Коля? Змей. В виде змея. Змея вошел, сынок, какой он, да?
А какую птицу Ной трижды выпускал из ковчега? Так, пожалуйста. Да. Голубь. Кого? Голубь сказал. Голубь. Молодец, хорошо. Для каких животных Ребекка черпала воду? Коля. Так, Машенька. Для лебедок. Для лебедок. Молодец, хорошо. А каких птиц Господь послал израильскому народу в пустыне в пищу? Каких птиц послал израильскому народу Господь в пищу? Ну-ка, в пустыне, когда они ходили. Так, 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 так. Ну-ка. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Руку поднимай. Только руку поднимай. Тетерева. Пожалуйста. Перед кого? Тетерева. Да нет, нет, нет. Можно лебедь? Нет, нет. Перепелок. Тарас, перепелок. Правильно. Какие животные лизали с трупья бедняка Лазаря? Коля. Да, пожалуйста. Собаки. Собаки, да. Правильно. Заходите, викторина у нас. Викторина. На корне. Потрясающе. На каком животном Иисус въезжал в Иерусалим? Какое животное? Ну, какое? Так, Коля, Коля. Коля. Осел. Нет. Осел. Ну, ты что? А ослен. Так, ну-ну-ну. Все. Тараси. Молодой осленок. Так, ну, и потом? Сначала на взрослом осле, потом на маленьком осле. Ну, еще на маленький. Хорошо, молодцом. Следующий вопрос будет на следующем уроке. Почему и как? Ну так, как понимать, объяснить? Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Объяснить значение этой притчи, пожалуйста. И как ее понимать? Не может укрыться город наверху горы. Это уже надо знать толкование. Ну-ка, вы уже знаете, дайте толкование, пожалуйста, значение этой притчи, пожалуйста. Ну-ка, Егор. Ты у всех на глазах, и ты возвышенный, так что невозможно... Ну, о ком это говорится? Так, пожалуйста, Лена. Ой, Лена. Огне. Огне. Когда город на вершине, его нельзя как-то не увидеть. Он же на вершине горы стоит. Так, так. И его невозможно спрятать на вершине горы. Ну, хорошо, это к чему говорится? Толкование, дай мне. О ком это, о чем говорится? Вот как мы можем правильно сказать? Начать ну, можно? Так, начала. Господь... Правильно, так, Марина, пожалуйста. Сам Господь Иисус Христос принес мир в свет. Он пришел в мир проповедовать Слово Божие. Он сам является светом. Так. Поэтому... И человек, который... А человек, который не слушает Слово Божие, не упало на сердце его, значит, он сидит в тьме. Он не приносит никакой пользы. Так, если еще он не исполняет заповеди Господа Иисуса Христа, не волю Его Святого. А кто исполняет, кто верит, то... Как? Ну, верующий человек, если он в мире... Так, Наташа. Вера без дел. Ну, это христианин, так, который должен рассказывать о Боге, так, и жить сам, то есть... своими делами показать пример всем верующим, да. Он в мире сразу видит, он выделяется, это человек, который исполняет, который живет этой жизнью по заповедям Божьим и свидетельствует о Христе. Конечно, он как гора, которая невозможно, то есть как город, который не может укрыться наверху горы стоящей, и свечу не ставит под стол, а на подсвечник. Я помню, когда мне из школы увольняли, то на педсовете говорили: вы знали, что 3 года тюрьмы за то, что вы говорите о Боге? Они сразу почему-то меня определили, почему. То есть внешний вид я изменила сразу, была очень такая модница, и в школу ходила совсем по-другому, ну, как все учителя. А когда уверовала, то я уже все, внешний вид сразу. И они сразу определили по внешнему виду, потом, ты говоришь, как не от мира сего. Раз. И когда я детям сказала о Боге, они постоянно вопросы задавали. И когда на Рождество и Пасху всегда говорили против
Иисуса Христа, против Бога. Лекции читали, и мне давали, а я отказалась, я не читала лекции. Но когда дети задавали вопросы, то я им в конце года, думаю, скажу и уйду из школы. А получилось не так, что не успела. Родители сказали директору, экстренный педсовет, и он говорит, 3 года тюрьмы, вы знали? Я говорю, знала. Знали и говорили. Я всегда знала и говорила. Это необходимо. Так написано в Слове Божьем, что мы должны говорить, кого слушать больше, человеков или его? Может, говорите, возвещайте, а вы говорите, запрещаете. Так, вот такой пример еще. Ну и все люди, которые живущие во Христе, по заповедям Божьим, они в мире сразу выделяются. Их сразу все люди выделяют. И к ним, конечно, отношение, вот в годы гонений было это страшно. И везде гнали, всегда гнали. И чуть что, где о Боге скажешь, вы знали, что о Боге говорить нельзя? Да, да. Так, пишите заявление об увольнении. Все. Вот такие вот. Ну, много очень рассказывайте. В каком возрасте Христос вышел на проповедь к людям? Так, все знают. Молодец. Ну, как Илюша. Ну, ребятишки, вы хоть сидите спокойно. Чего вы поднимаете? 30-летний возраст. Молодец. Хорошо, значит, все поднявшие руки тоже согласны, да? Да. Все молодцы. Дальше. Какие искушения были в пустыне Христу? Какие искушения? Егорушка, сиди, не надо отвлекаться, потом. Саш, пожалуйста. Сядь, девочка. Когда он вошел в пустыню... Послушай внимательно. В последний день, когда он... В последний день поста, 40-й, он захотел кушать. И тогда к нему пошел бес и сказал, если ты сын Божий, преврати камень в хлеб. Угу. Он сказал, написано в Библии, угу, не хлебом единым не будет жить человек. Хлебом единым будет жить человек, но? Но словом Божиим. Но всяким словом. Словом, исходящим из уст Божьих. Молодец. И еще какое? Так, тогда он еще подошел к Иисусу Христу и сказал, если ты Сын Божий, сбросься вниз, ибо написано, ангелы понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. Тогда Иисус ответил, написано также, не искушай Господа Бога твоего. И тогда бес отошел. И третий раз, еще третий раз подошел и говорит, если ты поклонишься мне, все вот эти храмы будут, весь мир, царство мира будут твои. И он, Иисус ответил, Господу Богу поклоняемся и ему одному служим. Молодец. То есть все ответы он бесу дал, и вот только по Священному Писанию. Обратили внимание? Только по Священному Писанию. И главное, бес-то знает Священное Писание. Смотрите. Ибо написано, что ангелы понесут тебя. И дальше что? А опять же он тоже по Священному. И Христос все тоже им отверг. И сатана отошел до времени от него. Да? Так, ну Агня за все вопросы, которые она отвечает, то же самое. Пятерка. Так, дальше. Коля. Следующий. Тарасин. Почему Христос не позволял бесам, которых изгонял, говорить о нем, что он Христос? Почему же Христос бесам запрещал говорить, что он Христос? Так, почему у нас только Агния, Егорушка? Так, ну-ка. Потому что не пришло время, и когда Христа бы распяли, то люди слушались бы вроде. То соблазнили. Да, соблазнили. Соблазнили, особенно вот об этом. Правильно, молодец. Так, это у нас Илья тоже на несколько вопросов ответил. Илюша тоже пятерка. Так, дальше. Кто после встречи с Иисусом решил отдать половину имения нищим? Половину имения отдам, говорит. И кого обидел, вчетверо воздам. Третий вопрос. Это когда мы заходили.
Ну-ка. Кто после встречи с Иисусом решил отдать половину имения нищим? Кто? Ну-ка, вспоминаем, вспоминаем, дети. Так, давайте. Нарисовала его, да? Маша. Машенька, готова ты? Какой это был вопрос? Ну, кто же после встречи с Иисусом решил отдать половину имения нищим? И говорит, кого чем обидел, четверо воздал. Как же его? А нет, знаешь? Так, Марина отвечает. Старших спрашивают, маленькие не знают. Да пусть дети пока подумают, они знают ответ. Но дети подумают. Я можно подскажу? Это был человек низкого роста, который искал посмотреть Господа Иисуса Христа. Но так как он был низкого роста, он никогда его не видел. Он стремился. Тогда он залез на дерево, влез на дерево, вспоминайте. Так, вспомни, чтобы, да, его увидеть. Так. Как его звать? Захария. Захария. Захей его звали. Захей. Захей. Который со... Да. 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 Так. Вы же сказали, это вслух, да, она сказала нет. Не Захария, Захей. Захей. Ну, молодцы. Так, дети, значит, вспомнили, да? Хорошо. Так, Марина у нас тоже отвечала на несколько вопросов уже, пятерка ей. И последняя. Как назвал Адам творение, подобное себе? Так, пожалуйста, Траси. Ева. Ева, жизнь, да? Ну, мы что еще говорим дальше? Ну, как, кто еще знает, что? Что Бог сотворил. Он перед Бог, перед Адамом провел всех животных, да, парами. Животных, и Адам дал всем имя. Да, но, а он что? Один, ну-ка, остался. Так, ну, какой, Илюша? Он остался один. Ага. И потом из его ребра он сделал Еву. Он сначала усыпил, и ребро вот так вот взял и сделал Еву. Сотворил. Угу. Сотворил. Сотворил Еву. Так. Ну-ка еще кто что знает, да? Ну-ка, Наташа, что ты знаешь еще дополнительно? Дополни, Наташа. Ну-ка, Агния. Адам был сотворен на полу женщины, на полу мужчины. Вышел такой ересь. Женская, тихо. У него было женское и мужское, да? И когда Бог его навел лицом, то отделил от него женское. И один раз взял и сотворил женщину. Это Сурожский об этом говорит, да? И стало двое, из одного двое. А потом, когда человек уже тоже находится, пару, мужчина и женщина, тоже остается двое, одно. Это великая тайна, так написано. Так, и последний вопрос. То есть здесь... Угу. И последний. Получается, он был трансвеститом, а были половину. Кому доверил Христос ключи Царства Небесного? Вспоминаем. Кому доверил Христос ключи Царства Небесного? Богу. Кому? Бог доверил Богу. Бог доверил. Кому из апостолов доверил Христос ключи Царства Небесного? Апостолу Петру. Апостолу Петру. Молодец, Марина, хорошо. Дети ее вспомнили, да? Забыли, Маринка. Ну, хорошо. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Если из Адама взяли ребро, тогда с чем он остался? С чем осталось? Ребра не остался. Ну как? Его же одно ребро взяли, а второе осталось только одно. Так у него уже несколько ребер. Как? Как у всех мучили? Ну посчитай, сколько у тебя ребер. Одно ребро – это одна штука. Хороший вопрос. Ну так было сделано, вот именно так. Ну хорошо. Следующее дальше. На следующем уроке уже продолжим. Итак, Илюша, так, Илья 5, Агния 5, но Лилия, Фрося, Леонида ушли, тоже пятерки получили. Так, Маша, Адам,
Кто у нас еще? Коля отвечал на все вопросы. Тараси. Маша. Мало ответила. В следующий раз спрошу еще дополнительно. Так, сегодня я стихи, которые раздавала, переписали. Нет. Костру. Я сейчас. Перепишите их костру, чтобы выучили. Стихи дополнительно учить. Так, я хотела еще вот рассказ прочитать. Очень хороший рассказ. Это как люди уверовали в Бога и как надеялись на Бога. И в какой бедности жили эти люди в те годы. И как Господь им помогал через других. Вот и рассказ, не знаю, успеем, нет, мы. Ну, чуть задержимся, ничего страшного. Итак, послушайте, называется рассказ «Быль картошка». Это рассказывает одна, то, что было, какие события. Вера Петровна получила на почте посылку. Та оказалась не очень большой, и нести было легко. Она отправилась домой пешком. Ей не терпелось попробовать содержимое посылочного ящика, но если кто-то спросил, что там Вера Петровна, вряд ли решилась ответить. В ящике была самая обыкновенная картошка. Посылку эту она получила от сына. Ветер ласково трепал ее седые волосы, в воздухе пахло осенними листьями, они шелестели у нее под ногами. Вера Петровна шла по безлюдной улочке, и постепенно все ее существо охватило воспоминания почти 50-летней давности. Ей было всего 12 лет, когда погиб на войне отец. Мама, которая носила под сердцем 4-го ребенка, получила известие о гибели отца и часами сидела на лавке возле дома, забыв обо всем. С детьми, о войне, о голоде, о детях. От горя она почти оглохла. Так продолжалось не один день, пока в доме совсем нечего было есть. Однажды, когда она так безучастно сидела на лавке, к ней подошли трое знакомых мужчин. Они пришли специально, чтобы поговорить с мамой Люба. Взял ее за руку один из них. Мы понимаем твое горе, но ведь ты же знаешь, что все в руках Божьих. Он видит твои скорби. Бог дал нам, вам детей. И твой муж не ушел бесследно. Посмотри, как они похожи на своего отца. Ты должна жить ради них. Мама подняла на мужчину глаза. У меня нет ни еды, ни денег. Я не знаю, чем накормить детей. Вечером они принесли маме большой тюк шерсти, дали немного денег. Она начала прясть и потом вязать и продавать. Теперь мама дни и ночи проводила за работой. Ей жалко было жечь керосин. И когда засыпали дети, она гасила лампу и вязала до самого рассвета в темноте. Под утро, прикорнув ненадолго, мама шла доить корову, которой ей помогли также купить друзья. Так начиналась каждодневная круговорот домашних дел. В молитвах, в труде постепенно оттаяла ее замерзшая душа, а когда родилась маленькая Надюшка, мама даже немного повеселела. Вера Петровна остановилась, чтобы передохнуть и поменять руку, крепко прижимая к груди посылку. Она прошла уже половину пути, за воспоминаниями не заметила дороги. Перед ее глазами стоял утренний лес, по которому тогда она еще совсем подростком спешила на хутор, где маме дали корчевку. Корчевка – это часть леса, который нужно было очистить своими руками
от пней кустарника, чтобы затем посадить картошку. Братья, которых мама тогда брала с собой, были еще маленькие, и Вера Петровна, которая тогда еще была просто Верой, как старшая, большую часть работы брала на себя. Ночами Вера часто не могла уснуть, потому что слушала стук от спиц, которыми мама вязала носки и варежки для продажи. Поэтому она всякий раз заставляла себя вставать, когда мама тихонько гладила их волосы, будила, чтобы затем выйти из дома. Ведь до Корчевки они добирались 6 часов. Сколько земли перевернули детские руки 12-летней Веры. Сколько сил нужно было ей, чтобы полоть, окучивать картошку. Сколько пота проливали они с мамой, пока картошка была выкопана. Часто им приходилось оставаться ночевать в поле. Мама разводила костер у маленького шалаша, пекла на нем самые красивые картофели. И как ароматно пахли обуглившиеся клубни, и как было приятно, разломив их пополам, есть снежно-белую сердцевину. Однажды осенью, выкопав и собрав весь урожай, они договорились, что Вера останется присматривать за мешками, а мама уйдет, чтобы найти машину для перевозки. Так и сделали. Мама ушла, а она осталась у шалаша. Проходили часы, стемнело, наступила глубокая ночь, а мама так и не возвращалась. Вера поняла, что мама не нашла машину и осталась ночевать дома. Шалаш соседей находился очень далеко. Огонек их костра был еле виден, и в случае чего она вряд ли могла докричаться до них. Но Вера старалась не трусить, забравшись под брезентовый полог. Она спушила сено, которое служило им постелью, и совсем уже было заснула, как слышит чьи-то шаги. Медленные и тяжелые. Взглянув, она обмерла. Большой медведь стоял неподалеку и громко чавкал, держа передними лапами тыкву. Шалаш был не очень прочный. Вздумай косолапый полюбопытствовать, что в нем, он обязательно сломал бы его. Но у медведя были свои дела. Часа два шаги его то приближались, то удалялись, и он брал сорванные и собранные в кучу тыквы и куда-то их уносил. Наконец он совсем ушел. Вера очень долго прислушивалась, пока не успокоилась. Медведь, по всей видимости, насытился. Постепенно она снова стала погружаться в сонную зыбь. Запах сена пьянил ее, маня ее ко сну. Но она не забыла поблагодарить Бога за охрану ее жизни. Помолившись, она заснула. И вдруг в темноте она увидела свет фар подъезжающей машины. «Картошку! Кому картошку везти?» – раздался мужской голос. Вера была страшно выходить из своего убежища, но она очень хотела поскорее привезти домой эту бесценную картошку, порадовать маму. Бесстрашно шагнув из шалаша, она закричала: «Мне надо!» Машина подъехала к вышедшей из нее. Шофер спросил: «Где мешки и кто будет грузить?» «Мешки все там. А грузить, дяденька, только вам, больше некому». Он удивленно посмотрел на девочку-подростка, которая бралась перекидывать с ним за высокие борта большой грузовой машины мешки. «Ну что ж, давай попробуем, дочка», — сказал он и первым взялся за мешок. Было 4 часа утра, когда около дома, где она жила с матерью, братьями и сестренками, остановилась машина. Свет фар пробился сквозь рассохшиеся ставни, и не спавшая до сих пор мама услышала стук калитки. Вера стучала изо всех сил, зная, что мама плохо слышит,
и опасаясь, что там может не услышать. Кто там? Кто там? Раздался знакомый тревожный голос мамы. Мама, мама, это я, Вера. Нет, нет. Вера на Корчевке, ответила мама. Уезжайте, уходите отсюда. Мама, мама, да я картошку привезла. Ну, открывай же скорее, кричала уставшая от изнеможения Вера. И когда мама открыла ворота, у Веры уже не было сил помочь маме перенести в дом мешки. Она заснула сразу, как только голова коснулась подушки. Когда утром разбудил голос проснувшейся маленькой Надюшки, сквозь оконные стекла она увидела густо падающий снег, и к полудню всюду уже лежали сугробы. Кто хорошо читает? Марина. Я могу прочитать. Марина. Я тоже без очков, но давайте почитаем. Так, Володя, иди почитай. Можно тоже очки. Давайте. Ну ладно. Марина. Вон Тарас просится. Тарас, ну иди сюда. Ну просто я заплывает, когда я не могу заходить. Иди. Всю зиму мама варила им в чугуне ароматные розовые клубни. Многие их соседи по Корчевке долго еще не могли вывести с полей свой урожай. У некоторых картошка померзла. Семья Веры была спасена от голода этой так дорого доставшейся ей картошкой. Став матерью, Вера Петровна рассказала эту историю своему сыну. И теперь это всюду, где бы он ни был, сын присылал ей эти необычные посылки, в которых лежала кем-то выращенная для нее картошка. Кому и как она могла объяснить эту его прихоть? Но сын понимал мать. Он никогда не смеялся над ее трепетным отношением к картошке. Просто тепло и благодарно за ее давнее мужество он посылал ей отовсюду то, что напоминало Вере Петровне о ее детстве, пусть невыносимо тяжелом, голодном, полусиротском, но все же детстве. Дома, распечатав посылку, Вера Петровна поставила варить в маленькой кастрюле несколько крупных картофелин. Не дождавшись, когда те доварятся, она достала одну, разрезала ее на 4 части ножом и со слезами на глазах, поблагодарив Бога, съела четвертушку. Так, хорошо. Ну вот все, весь рассказ закончился на этом. Так, сейчас главное событие. О чем в этом рассказе мы узнали? Главное, что? Картошки. Как благодарны были Богу эти люди. Они жили в такой бедности. Им дали какой-то небольшой участок, разработали. Это годы войны было. Так, конечно, годы голодные были тогда. Было очень много людей, которые даже умерли от голода. И дети умирали, и взрослые. Потом Господь вот так надарил, что все было в избытке. Все это постепенно все росло. До наших дней мы имеем уже какое изобилие. Не только картошку, но и другие продукты, да? Вот так Господь обильно благословил народ. Благодарен ли народ сейчас? Ну, не все, конечно, благодарны, но не все. Но не все. Те люди, которые знают Бога, особенно благодарят. И мы, живя в данной деревне, то же самое имеем изобилие всего. И большие поля, на которых сажаем картофель по многу. Ну и нам, конечно, достается всем, да?
картошку даже маленькую, чтобы обработать эту картошку, чтобы ее прополоть, окучить и собрать жучков. Ну а потом мы едим где? Каждую пятницу у нас костер, и на костре мы эту картошку с удовольствием едим печеную. Вспоминая, конечно, вот об этих событиях, когда люди не имели этого ничего. И в супе едим. Да, и сейчас тоже мы такое изобилие. Так, дети, ну, задание остается, хорошо, не читаем. Да, у меня еще на этом уроке нужно было вот разучить стихи из Священного Писания. Те стихи, которые я вам дала к пятнице готовить, обязательно. А вот эти я дам сейчас, чтобы вы дома повторили хорошо эти стихи и к следующему занятию уже знали наизусть. Кто больше всех знает стихов из Библии? Подготовьтесь, и кто больше всех скажет, тот получит приз. Так. «Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня». Где это написано? В Псалтырь, правильно. «Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим». Где написано? В Псалтырь. Тоже в Псалтыре, правильно. «Яви милость рабу Твоему и буду жить и хранить Слово Твое». Где написано? Тоже в Псалтыре, правильно. Вот, я даю вам эти стихи. Нет. Передайте. Возьмите каждый. Каждый. Следующему занятию разучите. Потом пословицы, поговорки, викторину продолжим на следующем занятии. Можешь мышление о Боге, жизни, свет души. Псалтырь откроешь и стих найдешь и выучишь. Так, на этом занятие закончено, время уже вышло. Поблагодарим Господа. Так, достойно поем. Блаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова Рожую, сущую Богородицу тебя величаем. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за Твою великую милость, любовь, Твое долгое терпение, слава Тебе. Господи, благослови нас на остаток времени, помоги нам во всем. И Тебе вечная слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Так, на свои места, где вы отдыхать будете или что будете делать, это место, так, посидите. Стихотворение кому я дала?